Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, а также со мной еще, ребятки, моя девушка Химичка. Всем приветики, ребята. Это я на всякий случай говорю, потому что, ребята, я понимаю, что многие сейчас скажут, зачем ты это уточняешь, да, типа повыпендриваться решил. Нет, ребята, просто многие под видео, под последним или предпоследним, когда Химичка была с нами на динозавриков, вот в последнем видео про динозавриков, да, писали, типа, что это с тобой за мелкий школьник играет. Ребят, боже мой, для ньюфагов говорю, это Химичка, она с нами уже давно играет. Моя девушка, короче. Вот, мы сегодня будем играть на режиме, на Redbox, да, на сервере, который уже вышел. Видите, лобби реально крутой, здесь куча пасхалочек, интересных мест. Вот, типа, вот такие, ну ладно, это фиговое место с топором, просто достаточно прикольненько. Это мне оно понравилось, если да, что. Это Али понравилось место, здесь куча вот таких вот прикольных мест. Видите, всякие арбузы, ну ладно, это можете сказать, типа, фейк с Хайпикселя. Окей, да, можно сказать, что взяли с Хайпикселя, такого же чувака сделали. Кстати, а почему у него крылья, типа, в Ну, потому что это, типа, кирпиче. Видишь, он как ворон, не знаю, может быть, типа, знаешь, как будто бы косточки у него идут. Ну, прикольно сделано, лучше, ну, чем короче, на художник так видел, тут еще всякие да. дыры. Да, вот можно заходить в разные пещеры, искать разные пасхалочки. Например, вот, ребят, смотрите, видите вот эту пещеру, да? Вот как бы вот. Вот эта вот пещера? Не вот эта вот. Вот в той пещере, короче, сами зайдите на сервер, посмотрите, что там. В общем, мы сегодня, ребятки, будем играть в прятки, да, на автоматизированные прятки. Ну как у ютуберов, ребят, давай выберем Алену, а если какая-нибудь свободна. Блин, а, все занято, представляешь? Где-то... Это в компасе. Ну, сейчас, кстати, вы пока арены не освободились еще, да? Я покажу, что здесь еще есть. Я покажу, что еще есть. Видишь, есть алмазный нагрудник Аль. Ребят, тоже покажу вам. Смотрите, алмазный нагрудник — это кастомизация в инвентаре, видишь? Угу. Вот, открываешь его, например, выше. Здесь есть хатс, шапки, которые можно купить, либо вы выбить из сундуков. Их потом будет очень много, и различные шапки у тебя будут на голове. Ну, прикольно, чисто кастомизация, она не добавляет никаких бонусов. Дальше это меч. Вы могли бы, видишь, сейчас пока не открывается, но там будут разные мечи. Вы могли бы подумать, что типа мы прокачка меча, но нет, будут просто разные мечи: железные, алмазные, деревянные, но у них у всех будет одинаковый урон, как у деревянного меча, поэтому как бы не парьтесь, да? То есть урон даже нет, там будет как у алмазного меча на шарпнес 3 вроде урон, но в итоге они все будут одинаковые, просто будет разная моделька, то есть не нужно будет говорить, о, типа, купил алмазный меч, типа, все задрот, это тоже будет чисто визуально. Слышали, да? Угу. А у меня куда-то пропал этот нагрудничек. Да, так, погоди, сервера еще не сбились. Нет, давай следующая эта книжка. Дай Messengers пак. Это прикольная тема. Вот, в общем, смотри, здесь есть, видишь, несколько паков, да, лоу пак, майор пак, ну, мажор, типа, да, элит пак, биг босс пак и такой пак неизвестности. Что это за паки? Это, короче, пак, когда ты умираешь, а, нет, когда ты убиваешь, да, пишется твой ник, какое-нибудь рандомное сообщение из этого пака, прикольное, да, типа, там, нагнул того-то, того, и ник чувака, которого ты убил. Вот. Mm-hmm. А потом еще будут могилки, типа, на том месте, где тебя убили, будет появляться могилочка какая-нибудь, типа, ну, он был хорошим парнем, но нет. Чем-нибудь типа того, короче, будут могилки различные, ну, прикольная тема, можно будет, чисто, опять же, визуализация, кастомизация, да? Что там за арена? Так, тут что-то закончилось. Быстрее, быстрее, Фирамир Дор открылся, дверь Фирамира, погнали. Давай, заходи. Давай, заходи, да. отлично. Так, это надо написать мне четвертое. Я четвертый из 15, вот. О, сразу же, смотри, заходит. Сейчас будет 15 человек. Ну, мне кажется, для фермерных людей 15 человек слишком много. Это просто, я не знаю, много. Это просто мы не отбалансили людей еще пока что. Но потом будет открываться больше серверов. Пока что только один сервер пряток. Но думаю, к тому времени, как может выйдет видео, так я прячущийся. Ты тоже прячешься? Я тоже прячусь. Офигеть, сколько людей здесь будет прятаться, жесть. Ой, слушай, у меня флай врубли, надо флай вырубить. Да, выруби флай. Я говорил, на лобби не врубай, лучше флай. Это такая, а да, он сам включился, да, он я сам ничего включился, не знаю. Да. Да. Вот у меня сам флай не включился, потому что я просто в если гейм что, вот зашел. Ребята, у меня немножко голос такой охрипший, что ли. Я не болею, просто у меня аллергия на нашего котика, Саня. Да, у него аллергия на кота, кстати. Я хочу кота, у меня на него аллергия. Логика. Но я его все равно люблю, поэтому вот. Так, осталось... Кто-то уже суициднулся, ты а понимаешь? Чё, уже, типа... Сикеры начали искать. Сикер не начал искать, а люди уже начали дохнуть, что ну за... да, так дня может сгорели. Офигеть, уже 11 хайдеров осталось, вот прикинь. Ну надо будет на этой карте меньше сделать людей. Я вообще говорил на самом деле об этом Маткону, что нужно меньше фига людей сделать. Фига себе, сколько ищущих, я не знаю, меня сейчас найдут и порвут. Аль, прячется. У нас 7 минут я 10 хайдеров. Я говорю, это просто с бета-теста, с альфа-теста карты, ну закрытого, да. Осталось только народу на ней. Надо, мы сейчас поиграем на какой-нибудь другой карте, на маленькой. Здесь на большой карте. А как она освободится, там все дела? Ну да, да, да. Мы на паузу просто, ребятки. Поставим. Ну не, ну так жесть. Конечно, смотри, сколько снизу их идиот, это просто какое-то нашествие. Я не знаю, куда спрятаться, потому что он уже рядом, он видит меня. Ну, а не знаю, я просто поднимаюсь наверх. Знаешь, мы как крысы с тонущего корабля бежим наверх, короче, только немного. И наружу. Ну да. Это капец какой-то, ребята. Я даже не знаю, как выжить, они просто за нами меня идут. Меня убивают. А тебя уже убивают? Че, да. Тебя убили? Все, нашли. Боже мой, нас осталось четверо, я застрял в паутине. Хайдеры уже, сикеры уже снизу меня догоняют. Боже мой, что делать, матерь божья. Я поднимаюсь все выше и выше, но я бегу с тонущего корабля, это уже не хайд-н-сик, это какие-то догонялки, ребята, реально, вот это уже какие-то догонялки просто начались.
Даже не догоняю. Мне с паркуром как-то немножко тяжеловато, ты же знаешь. Ну, да, конечно, Аня, конечно. Я же ничего не говорю по этому поводу. Три хайдера, осталось всего трое хайдера. Вы все наверху там, да, сидите? Кто его знает, Аль, может быть сверху, может быть снизу. Я ничего тебе не скажу. Что-то обманочка. Два. Где вы там заныкались? QQ, The Master, тут химичка. Ой, это самая химичка-читер. Да, про которую говорили, что она типа читер, но так я за ней полетал немного, я что-то не видел за ней читов, если честно. Так, я тут застряла, короче, тут не подняться. В мою сторону уже выдвигаются пацаны, которые планируют меня убить. О, они сюда идут, да, меня уже тут нашел. Или нет, он меня потерял. Отлично. Сидим, прячемся. Я иду к тебе, я иду наверх. Фух, ребятки, я здесь уже не выиграю 100%. 14 сикеров, я единственный хайдер. И 7 минут, знаешь, такие. Да, и 7 минут, которые ничего не поменяют в этой жизни, ребята. Ничего абсолютно они не поменяют в этой жизни. 7 ужасных минут. Боже, меня сейчас будут искать и найдут, скорее всего. Меня, скорее всего, найдут. Ой, меня пацан уже нашел. Ой, меня до сюда достает, нифига себе, как так можно далеко атаковать? Юви. Да. Да, Юви, ну блин, я говорю, слишком много было это. А, ГГ, ну-ка потом напишем ГГ, мне кажется, что-то дают, раз они все пишут. Да, блин, здесь XP дают, прикинь, ГГ пиши, ГГ. О, не, я хочу 10 XP. Смотри, все флудят ГГшечки. Даже на Хабиксе и так не флудят, чтобы XP получить. О, у меня 25 XP уже, прикинь. А у меня 55. Ты у кого-то убила? Не знаю, нет. А, потому что это было за сикеров, и ты выиграла, я за хайдеров. Я просто молодец. Да, да. Окей, поэтому найдем какую-нибудь другую карту нормально, не феромировскую дверь. Смешарик. Вот смешариков, кстати, очень большая карта, там можно было поиграть. Вот заодно надо сегодня будет сыграть на смешариков нам с тобой на видео, потому что я хочу посмотреть. Давай на смешарики зайдем. Так она только что началась. Ну, прям сейчас пауза поставим, ребятки. Давайте я сейчас быстренько расскажу последние про перки, да, и потом уже поставим на паузу, дождемся смешариков, ребят, да. Вот, перки, смотри, это такие штуки прикольные, да. Это уже то, что реально влияет на баланс. Например, первый перк No Fail, видишь? Если на него нажать один раз, да, и навести потом золотой нагрудник, а не на buy, да, то будет написано locked, you can't buy this perk. Типа, ты можешь купить этот перк, да, chance to not get damage while failing. Ну, это означает то, что шанс не получить урона при падении. То есть, например, ты упал с высокой высоты, и у тебя будет какой-то шанс не получить урон из-за этого, понимаешь? То есть, например, у хайдеров и так есть ботинки, которые снижают урон от падения. Тут бах, ну ты еще за сикер этот перк как бы качаешь, тоже можешь не умереть при падении, если хайдер тебя, например, скинет. Помнишь, когда мы в прошлый раз играли в прятки, да? И мы играли просто. Да-да-да, на Спанч Бобе мы умирали, это было жестко, на самом деле. А вот Красти Краб, 12 человек, блин, тоже. Окей, ладно, давай сейчас, значит, откроем еще перки, я расскажу дальше. Потом у нас Invisible, это, короче, скилл, который появится у тебя, да, и ты можешь его применять один раз, уходить в инвиз на короткий промежуток времени. То есть ты нажимаешь, если ты видишь, что сикер рядом, да, ну, то есть как раз-таки вот Ферамир Дор мне бы помогло, да, ПКМ нажал и пробежал через него, там, ну, короче, ушел в инвиз на небольшое время. Но все равно партиклы от тебя идут, то, что ты в инвизе, и тебя могут заметить. То есть это реально, но это прикольно. Так, следующий перк, это Power Up. Это уже больше для сикеров, он увеличивает урон чуть ли не в два раза. Ну, там и полтора урона, на самом деле, за каждую прокачку, но это не важно. А, нет, X2 написано, X2, значит, все-таки X2 сделали. Extra Damage, это как раз-таки уже полтора урона добавляет, да, и Dodge, это уворот. То есть можно несколько раз поднять благодаря этим двум перкам? Ну да, можно чуть-чуть поднять себе. Так вот, додж — это уворот, и он дает тебе, ну, как бы, как говорится, уворот. То есть ты можешь вернуться от удара. Ну что ж, какая карта у нас, ребят, есть сейчас, с которой мы можем поиграть? Никакой нет, поэтому поставим паузу и дождемся начала игры. Ну что ж, ребятки, нам получилось зайти на Gravity Falls арену. Мы на ней еще не играли, но думаю, будет интересно. Нас, кстати, в этот раз 8 человек. What the fuck, где это мы заспавлили? Аль Gravity... О, тут можно крылья одеть, Аль, слышишь? Нет. Здесь нам крылья идут, причем они невидимые какие-то, ты прикинь? Как Умеешь? Будто я бабочка. А ты знаешь, что это в Gravity Falls, где мы находимся? Это мы в доме, да? Вот как она называлась? Я просто Gravity Falls не смотрел, ты же знаешь, ты смотрела как бы. Как она называлась, эта лавка, это секрет? Если честно, у меня плохо с памятью, я уже не помню. Ты смотрела недавно Gravity Falls, алло. Это было давно, отлично. Ребят, ставьте лайк, если смотрели Gravity Falls, я тоже смотрел пару серий. Ну это типа комната сверху, это типа чердак. Вот. Не, как назывался этот магазинчик-то? Магазинчик секретов? Мистери, да-да-да, что-то мистери, я помню. Ну, короче, там всякая... Мы, получается, сейчас продавалась. В нем, да, так находимся, я так понимаю, да? А? Это мы сверху на чердаке, здесь комната Марбл и ее брата. Вот, у них две кровати. Мейбл, понял, короче, две кровати, они на чердаке же? Да, просто говорю, я плохо не было. Я там, плохо короче, это мультик смотрел. У них была, по-моему, звезда такая, ну, типа, все мистическое. Окей. Ой, сикер стартинг, я еще не спрятался. Я, блин, прыгаю по карте радуй жизни. Да, я тоже прыгаю радуй жизни. Оля, тебя сейчас убьют, да? Нет.
Так, я, короче, спрятался где-то. О, тут можно пробаркурить без палева. ГГ, там уже пишут ГГ. Не забывай писать ГГ. Ребята, у Redbox изменился немного айпишник. То есть, как бы он не изменился, теперь про redbox.gg уже не зайти. Теперь нужно, ребята, заходить с помощью специального IP. Я напишу его сегодня в описании, да? Я пожалуйста, если вы... Да, договорились. Пожалуйста, если вы досмотрели до этого момента, да, и увидите в комментариях, что тут пишет, на Redbox не заходит, бла-бла-бла, то, ребят, пожалуйста, отвечайте. О, нифига, это битошка, что ли? Скинул к убитошке, чувак стоит. Слушай, ну, похоже, такая ладно, тема, что нельзя одеть крылья одновременно и нагрудник. Ну да. Так, ты, блин, ты сикер, тебе пофиг. Так вот, я к чему говорю, ребят, если вы увидите в комментариях, что-то пишет, что вот, на Redbox не заходит, все дела, пожалуйста, помогите мне и напишите этим чувакам, что вот есть под видео айпишник, на который можно зайти. И тем самым вы поможете мне, ребята, и я буду вам реально благодарен за то, что вы мне что вы подсказываете. Ну, людям в комментариях. Вообще, те, кто помогает мне вот отвечать на какие-то вопросы, на которые я не могу ответить или что-то не заметил, всем вам, ребятки, спасибо огромное, реально, за помощь. Потому что вы на канале тоже помогаете, как модераторы такие. Спасибо вам, ребятки. Вот. Ну, короче, мы спрятались, а если что, ты нас ищи, как бы, да? Осталось я застряла в чашке. Как ты застряла? Из нее не выбраться. Не выбраться? Да. Ну, тут она как бы на блок вода, на блок ниже, чем края чашки. Мне кажется, можно выбраться, просто ты не умеешь. С помощью крыльев, с помощью высоких прыжков. Ну, либо пытайся задохнуться и умереть, как вариант. Слышишь, задохнись и умри тогда, слышишь? Окей. Блин, только я могу так делать. Кстати, из-за этого вам будет минус время. Да, минус время нам будет. О, отлично. Если отлично. Можно умереть таким образом. Да, можно, да. Ну, ты понимаешь, все равно сикер, даже если будет умирать постоянно этим образом, он будет долго умирать, и все равно за это время... Да, я реально чихать. Задыхаюсь. Но если это будет обузить, все равно это будет видно в чате, и на него будут репорты кидать. В будущем уже появятся здесь репорты. Кстати, я не знаю, со звуком интересно играю. У меня звуки есть. А, мне кажется, звуков нет. А это что, кот там, да? Я не знаю, это какое-то дерьмо было сейчас. Саня бесится. Короче, я, мне кажется, звуков в Майнкрафте сейчас нет. Блин, обидно. Я со звуками поиграл. Ну ладно, будет музычка, ребят, на заднем фоне, поэтому ничего не заметите. Блин, офигенно, мы с чуваком спрятались, короче, вы нас вообще найти не можете. Кстати, сверху чувак какой-то палит свой ник. Прям вот реально не сикер, и палит свой ник. Его пытаются найти, и кажется, его уже находят. Ты где сидишь? Что я тебя найду? Да, поищи меня. Я о, потому что один сикер разбился, прикинь, Гошка. Взял, влетел, короче. А, не, он не разбился. У кого вот осталось? Нас осталось еще четверо. Вас осталось так мало. А вас тоже четверо, понимаешь? Нас было 8 изначально. Ребята, короче, я только что, пока у нас была пауза, поговорил с ребятами, там, с Каргоном, со всеми, да, и мы, ребята, с вами, мы решили, что будет меньше людей на картах, да, то есть, как бы, будет меньше на Фермировской двери, на всех-всех-всех картах будет меньше, просто будет много разных, грубо говоря, одинаковых карт. То есть, например, будет, предположим, смешарики карта 1, смешарики карта 2, смешарики карта 3, да, то есть, это будут 3 одинаковых карты, но просто для того, чтобы все могли на них поиграть. Просто, например, не хотите вы играть на Фермировской двери, предположим, да, вы играете тогда на смешариках, не хотите играть там на Gravity Falls, вы играете там на Фермерской двери, предположим. И просто всех арен будет по 3 штуки. Потом еще добавим прятки Clash of Clans. Вообще кучу разных пряток мы с вами, ребятки, добавим. У меня много идей по этому поводу. Вот. И мы возьмем, ну, будем, конечно, брать стандартные карты, но и в будущем еще будем добавлять карты свои. Но, естественно, отбор карт будет очень жесткий, потому что мы будем нашим билдером там прямо. Я буду одну, наверное, из 10 карт билдеров выбирать на прятки, чтобы прям вообще жестко было. Там был, короче, какой-то лаз под землей. Я, во-первых, на этой карте играю в первый раз. И мы в этот лаз полезли, чувак, мы умерли, задохнулись. Да ладно. Да. А я думаю, что мы так выигрываем, Изи? Вы там все сдохнете, короче, передыхаете. У нас остается 55 секунд, но вам еще нужно найти все еще 4 хайдеров. Вы не можете найти 4 человек. Ладно, о, одного нашли. С 5 секеров. Вам время добавили дополнительно. Офигеть. Без таймера не топ, чувак пишет. Ну вот, для мастера стрим будет по хайду на сику. Да, скоро будет на стриме все это время. На 100-часовом стриме будем играть в хайду на сик. Правда, на 100-часовом стриме, я не знаю, буду ставить ли я задержку, но я все-таки не буду ставить задержку. Вот. Не хочу задержку ставить, ребята. Или просто Redbox. Так, чувак, не пали меня. Нет. 32 секунды, он у меня палит. Офигеть, у меня палит, дебил. Зачем, чувак, не пали. Страйк, не пали меня, страйк. 24 секунды. Он тебя слышит, ты че? Ну, я просто по головой так помотал. Ой, тут кто-то падает, чувак, он парит. Лол, вы просто нас не нашли, ребята. Вы в таком месте сидели, изичном месте вообще. Там парень, мы его сейчас убьем, если догоним.
Мы в таком мизичном месте сидим. 10 секунд осталось, но тут вам уже никак нас не найти. Нет, Юин! 75 плюс 15 XP дали. Отлично. ГГ нужно написать, чтобы получить дополнительный опыт, ребятки. Да, офигеть. Просто кучу XP сейчас только что зарубил, ребята. В будущем еще будут бустеры включаться бесплатные на какое-то время. Ну и будут, естественно, продаваться тоже. У меня теперь 80. А у меня 125. У тебя было больше, я тебя погнал, потому что я выиграл. Блин, это было офигенно, реально. Так я знаешь, где спрятался? Я там в какой-то шкаф зашел, там в куче лампочек заныкался. Было офигенно, короче. Так, ну пока никакая арена не стартует, поэтому с тобой поставим паузу. Ну что ж, ребятки, игру ждать долго, пока что арен не так много, а людей желающих много, поэтому мы с вами не смогли два раза начать, то я там немного проспал, отошел, то она отошла, в общем, пока что все забивается, но думаю, к моменту выхода серии мы уже сделаем, ребята, еще второй сервер Hide and Seek, да, но чтобы вам было понятно объяснить, сейчас выйду в хаб, покажу, смотрите, вот выхожу в хаб, да, выбор сервера нажимаю, здесь вам нужно выбрать мини-игры, вот они здесь, также здесь еще есть признанные сервера и строительные сервера, да, строительных, естественно, всякие скайблоки, скайгриды и так далее, на признанных тут, естественно, признаны, сами, и, естественно, на мини-играх мини-игры. Если так еще позлор открылся, но по нему видео будет чуть попозже. Вот, а Hide and Seek вообще забью 64 на 64, но думаю, будет 100 слотов, и вот Hide and Seek 2 еще открою. Пока что на Hide and Seek зайду, первый. Вот так вот, ребят, ну что ж, вот так вот я показал Hide and Seek вместе с Химичкой. Химичка, тебе спасибо, что ты пришла с нами поиграться. Ой, спасибо, за что, да. Что не стоило. Да, да, спасибо, что пригласил, да, мастер, да не за что. Ой, это стоит благодарность. Вот, да, ну что ж, ребятки, на этом все, с вами был Демастер. Заходите, играйте с нами на Redbox, ну а на этом все, всем удачи, всем пока-пока. Всем пакетики.